Всем привет! Меня зовут Наталья, вы на канале Рецепты Лайт. Готовим полезный вариант 7 любимых ватрушек с творогом на бездрожжевом творожном тесте, без глютена, без сахара, с повышенным содержанием белка. Приготовим начинку. В миску поместить мягкий творог, добавить яичный белок, подсластитель и ванилин. Перемешать до объединения ингредиентов. Добавить кукурузный крахмал. Добавить изюм. Его предварительно нужно замочить в кипятке, а затем обсушить. Приготовим тесто. В миску поместить творог. Добавить яйцо, растопленное сливочное масло, подсластитель и ванилин. Пробить погружным блендером, чтобы масло получилось однородной текстуры, без творожных крупинок. Постепенно сыпать муку с разрыхлителем. Ее может потребоваться больше или меньше, зависит от влажности творога. Готовое тесто должно быть мягким, пластичным, слегка липнуть к рукам. Тесто разделить на 6 равных частей. Из каждого кусочка теста скатать шарик, выложить на расстоянии друг от друга, на пергамент, лучше силиконовым покрытием. Мерной ложкой или дном стакана сделать углубление, сильно раскручивать основу не надо. Наполнить углубление начинкой. С помощью кисточки смазать бортики желтком. Выпекать ватрушки заранее разогретые до 180 градусов в духовке 20 минут. Следите, чтобы дно не пригорело. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарий и делитесь рецептом с друзьями. Всем пока!